говорила Черноморница Отцу Небесное, никогда такого не было, и вот опять. Так что понятно, что ради таких моментов и стоит заниматься футболом. И, ну и надо сказать, что, конечно, Краснодар очень комфортная команда для нас, которая сама играет и нам дает. И, собственно говоря, вы сегодня видели, что качество футболистов, которые у нас есть, они сегодня проявились в лучшем виде. Могло быть и 8-2, могло быть и 10-3, но результат дома был один. Это наша победа. А не мне показалось, вот, что особенно когда Краснодар давил, и помните момент, когда Жиго там даже из пустых ворот выносил, что было 6-1, а могло и там, не знаю, 2-5 быть. Но все равно, слушайте, а до этого сколько у нас было моментов, когда вынесли они со своих ворот. Надо посмотреть статистику. Я думаю, что, так сказать, этот коэффициент, который этот возможный гол, будет как раз 10-3-10-4. Вот такое соотношение. То есть мы сегодня, ну, по-любому переиграли. Да, в футболе нужна удача, но сегодня она, так сказать, была на нашей стороне. Вы смотрели матч «Доминик», расскажите, о чем там, и какие-то бумажки он вам показывал, постоянно общались, спорили. Ну, хорошо, что он матерится на немецком или на итальянском языке, поэтому я на русском. Вот примерно так. Это футбол всегда боление, это всегда нервы, это всегда переживания. И ни о чем позитивном мы с ним не говорили. Но там на бумаге не новый контракт был? Не-не-не-не-не-не. Он мне показывал, как, почему кто-то из футболистов играет плохо и что надо сделать, чтобы это улучшить. Но все-таки уговорить его остаться есть возможность или это все уже без вытрата? Слушайте, ну если он принял решение, и я так понимаю, что за него принимала решение семья, это бесполезно. Леонид Арнольдович, отлегло ли после вот два поражения, Спартак катился, да, второй части сезона? Ну, давайте не два, было четыре. Давайте откровенно, было четыре, это беспокоило, что когда он объявил команде, что он уходит, после этого команда как бы играла неудачно, и сегодняшний матч доказал, что команда предана тренеру, что команда...